Все для вас и по доступной цене. Бам-бам. Почему вы здесь, скажите? Я не знаю. Вы волнуетесь, вы покрываете свои органы? Может быть, органы, а может, органы. Но они, когда возбуждены, очень музыкальные и оригинальные. Дима, ты жена? Я не жена. Понятно. Может Почему? Быть, сейчас я этому рад, но может и нет. Может быть, тогда мне бы приготовил кто-то на утро омлет. Или вкусный обед. Представляете, да, вот сцена, да, вот приходит жена, значит, это, домой, дорогой, а он ей, я тут там вычитаю, смотрю на тебя, родная, ты такая вся, сегодня мы нарежем, сегодня, да, потанцуй мне, моя звезда, ты моя муза, я тебя тоже детка. Главное, не злоупотребляйте сейфмейк слову звезда, все остальное хорошо. Потому что потом получится... Поезда! Поезда! И как же ты будешь жить со мной, детка, если ты все время говоришь, ты хайная нет, а я всего лишь маленькая марионетка в твоей цепи. Может быть, себя порадует сладкой конфеткой, если ты какая-то там марионетка. Или может быть ты из какого-то кинотеатра кокетка. Ты думаешь, ты меня берешь на понты, ты думаешь, что у тебя большие трусы, ты видишь, что там за окном тебя имеют я, ты, он, она, рэп и... Мне не нужны понты, я не из города Читы, вообще практически кто ты, вообще кто ты, человек, айсберг в тумане. Ты поколотаешь короткие твои мозговые грани, что ты сделал для безумства своей годы. Я устала от того, что твои друзья говорят целый день стихами. Я должна говорить как дура, словно пьяная, вечно колотая, как маленькая марионетка. Я хочу говорить нормально, как стихи Пушкина, детка, а? Может быть, тебя зовут Светка? Ребята, у кого есть для автомата монетка? Ты просишь у своих друзей деньги? Ты думаешь, может быть, мы пойдем закупим мне шубу, детка? Я хочу автомобиль, трусы, машины, и чтобы мои тёлки были в полном шике, а ты сидишь на стуле, на этом стуле стыда. Ты думаешь, что я не твоя, хотя ты... Шуба, машина и трусы. О чем все-таки думаешь ты? Зачем нужны эти понты? Мы же все рады, что ты кинозвезда. О, да! Я хочу нормального мужика, который имеет яйца, имеет машину, тачку, большие меха, дали для меня золото, лимузины, дачи, канары и все такое. Это что же было? Хочу сказать, что я не буду чистым яйцом, но я обладаю твердым яйцом. Закажи-ка нам своим яйцом. Я не варила сегодня яйца, детка. Два яйца в холодильнике было, их съела соседка. Кобыла! Что ты ставишь в твое оправдание? Вы трое в дуэли или не вы?